Хотелось бы начать данный видеоролик, как и миллионы других видео, с немного такой, знаете, факта. Забавного факта. Когда ты монтируешь видео, ты, конечно же, уже уставший, потому что до этого ты вырезал все вот эти вздохи, и в целом, наверное, на этом вот все, твой максимум монтажа. Однако, постоянно хочется чем-то разбавить видеоряд, и ты думаешь, а что же такого вставить, а что же такое сделать, помимо самих вот этих вот новостей, которые ты вот вставляешь, то есть сначала один пост ВКонтакте, потом там скриншот из этого поста крутишь на протяжении всего видеоролика. А чем бы еще все это разбавлять? Неужели каким-то другим геймплеем с Black Rush? Ответа на этот вопрос у меня нет. Причем до сих пор, вот сколько бы я ни жил на этой планете, сколько бы я ни монтировал уже десяток сотен видосов, то есть у меня же больше 800 видосов, и все эти видосы я монтировал сам. Лично сам. Рука у меня уже, знаете ли, набита. Но дело в том, что разбавлять их просто нечем. Ответа на вопрос, поставленный в самом начале данного видео, я вам дать не могу. Однако могу с вами обсудить новую новость, связанную с Black Rush. Black Rush показали женские скины для ФСИН. Как вам? ФСИН, если мало ли кто-то это не знает, это Федеральная служба исполнения наказаний. Хотя в связи с последними событиями, наверное, вы все это должны были знать. А если вы все это не знали, то, ну, это как-то немного странно. Узнайте лучше, пожалуйста, все это. Давайте обсудим вообще все эти женские скины, потому что как же хорошо, что, ну, я там не знаю, вот появляются не только мужские вот эти вот все спермобачные скины, а вот именно такие какие-то женские скины, с которыми можно приятно поиграть, хотя я не уверен, что в Black Rush могут играть девочки. То есть при всем уважении к прекрасному полу, я не думаю, что у них вот между, знаете ли, готовкой, глажкой и стоянием за плитой есть время для того, что... Ладно, это плохая шутка, будем честны, потому что я знаю, что меня смотрят там несколько процентов, там 2 или 1% девушек, а от 14 тысяч просмотров в месяц это много. Это очень много, то есть это больше одной девочки меня смотрит в месяц. То, да, за последние 28 дней, можно даже так сказать. Поэтому, ну, как бы, я не знаю, что еще тут можно сказать, потому что, типа, ну, скин как скин, он есть, и он действительно выглядит как какой-то такой, я не знаю, прототип настоящей женщины, работающей в Федеральной службе исполнения наказаний. То есть вот прям такая, знаете, боевая, строгая, но при этом вот такие, знаете, миловидные женские черты лица тут не исключены. Поэтому я думаю, что скин получился замечательным, хорошим, и с ним даже можно поиграть, если ты парень, я даже думаю, что тебе будет приятно смотреть на все это. Хорошо, что нет какой-то такой, знаете, как это называется, объективизации, сексуализации женщин, что нет вот этих вот больших грудей, вот этой вот большой, знаете ли, жопы, потому что играть одной рукой это всегда достаточно напряжно, и не всегда у тебя получается делать это хорошо. Поэтому спасибо большое, что вы сделали вот как-то так. Потому что если бы вы сделали наоборот или как-то вот немного по-другому, то я думаю, что это было бы, ну, скажем, прямо не особо хорошо. Однако, я думаю, что на этом мы уже можем закончить обзор данного скина, потому что, ну, я не знаю, что еще тут можно сказать. Вот я вам просто сейчас его показываю, то есть он вот со своей вот этой вот основной стороны, потом он со спины, и в целом, то есть тут, ну, хорошо, что женщину не выставили каким-то таким, знаете, большим сексуальным объектом. Это очень хорошо, потому что если бы так сделали, то я бы не знаю, что было с Black Rush. И в таком случае я надеюсь, что сексуальные женские скины, они все равно будут добавлены в каких-нибудь там, я не знаю, к проституткам, там, возможно, к еще каким-то вот этим вот всем людям, потому что проститутки, они как бы, ну, люди, будем откровенны. Вот, и типа даже такая-то самая древнейшая профессия, может быть, к стриптизершам каким-нибудь будут добавлены замечательные скины. Я бы все это подождал, посмотрел и рассмотрел вообще, как все это будет выглядеть в действительности. Однако, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем большущее, огромнейшее спасибо, и, разумеется, ну, скачивайте Black Rush по моей ссылке в описании, также вводите мой никнейм при регистрации вашего игрового аккаунта, это DaniloKPRF, и также вводите мой промокод хэштег ZDS, он есть в описании данного видеоролика, хотя в связи с последними событиями не особо понятно, актуальны ли вообще промокоды, и что вообще дает мой промокод, я до сих пор, если честно, не знаю, потому что у меня нет второго уровня на Black Rush. Однако, заходите и узнайте вы, что же дает промокод на Black Rush. У меня статистики по введенным промокодам нет, но вы, возможно, можете мне вот эту вот самую статистику немного поднять. Поэтому заходите, узнавайте, познавайте и, в общем-то, рассказывайте потом в описании или в комментариях или в прочих вещах, что дает мой промокод. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра, я надеюсь, что все это будет в 20:00.